Всем привет, друзья игрули! 100 лет уже не выходил у меня Let's Play. И все потому, что я очень-очень занятой пес. Ну, сами знаете, я еще делаю видео на свой второй канал. Еще у меня работа есть, охрана. Ну, короче говоря, поэтому мы приняли решение с мелкой человечихой, что будем выкладывать видосы здесь вместе. И я буду делать, и она будет делать, тем более у нее крутые уровни уже в Wildcraft, и она играет не только в Wildcraft, еще и в Roblox, и в Minecraft, и еще во много-много игр. Поэтому будем выкладывать здесь видосы и ее, и мои. Вот. И каналчик переименуем как-то все-таки. Вот, это первая новость. Вторая новость. У меня недавно была днюха, мне исполнилось 6 лет. Кто не видел этот видос, посмотрите на моем канале Влада Пэтс. Вот, а я сегодня решил побыть крокодилом. И хочу его таким зеленым быть. Знаете, какой крутой. Сейчас еще Зубастик его зовут. И надо еще какую-то одежду выбрать. Нет, ну Новый год уже у нас прошел давно. Вот. Шляпа, мой любимый аксессуар. Вот шляпу хочу. Шляпу сейчас одену вот такую. О! Это вот костюм новогодний надо снять. Нет, нам уже не подходит. Шляпа. Шляпа, мой любимый аксессуар. Вот такой буду крокодил. Блин, настоящий крокодил Гена. Просто вот настоящий Гена. Надо было Геной назвать, я Зубастиком назвал. Ну ладно, ладно. Чего уж там, в доме у меня, видите, ничего нет на корабле на моем. Ну, вот диван у нас тут есть, в общем-то. Диван, надо диван поставить. Хоть на диване полежать, отдохнуть от охоты. Сейчас поставим вот тут у окошка его. Прикольно, прикольно. Сейчас лягу, полежу. Класс, хвост даже не вмещается. Где же у меня хвост? Хвост через стену торчит. Знаете, как прикольно, друзья. Ну ладно, нечего разлеживаться. Кушать хочется, надо идти на охоту. Пойду я. Вообще-то мне в саванну хочется. Вот я все-таки крокодил. Хотя с первым уровнем в саванну лезть. Ну ладно, давайте попробуем чуть-чуть. Сейчас, конечно, меня кто-нибудь... Наверняка меня кто-нибудь сейчас замочит. Ну да ладно. И кто где? Спрашиваю я. Косуля у нас тут вот. Косуля. Косуля, иди сюда. Она не такая-то и сильная, но у меня совсем нет энергии. Она очень быстро заканчивается. И это очень плохо. Ну, может быть, у меня получится с ней справиться все-таки. А, еще вспомнил, друзья. Я нашел еще один баг в Wildcraft, который я, в принципе, ни у кого не видел. Не знаю. Новый он, может, его уже исправили. Но я вам покажу, может, волком буду играть. И покажу в ближайшее время. Косулю я съел, короче говоря. Надо пойти поплавать. Поплавать надо пойти, водички попить. Я все-таки крокодилище. Прикольный в шляпе такой крокодил. Мне очень нравится хвост. У него мощный такой хвост. И длинный. Поплыл. Класс. Вот тут я как рыба в воде. Рыба в воде просто. Фламинго он ходит. Кто где? Страусятины вон, но они тоже кучами тут все. А кто это у нас там... Есть-то. Слушайте, это гепард. А что, напасть на гепарда, что ли? Попробовать.
Наверное, зря я это сделал. Гепард из 10 уровня. А у меня уже моментально закончилась энергия. Что-то я, кажется, это зря сделал, друзья. Зря сделал. Все, у меня энергия вообще закончилась. Ну, все. Крантец мне, походу, пьесы. Блин! На тебе, гепард, хвостом. Он тоже неплохо плавает, однако. Ахаха, все. Так, ладно. Пойдем в дикие степи, как, собственно, и положено. Сначала самого. Потому что там не тяну я. Слишком слабенький я еще. Для саванны. Тут вот мы сейчас нападем сразу на кого-нибудь. И кто у нас тут первый? Лисица. Лисица из второго уровня. Но это уже попроще. Да, мне бы, конечно, побольше бы всего. Скорости бы, силы. Мы с ней так справимся. Ну, хвост, я вам хочу сказать, крутой. Сейчас покушаем, покушаем. Я вот не знаю, крокодилы правда лисицы едят? Вот мне интересно. Мне кажется, они всех едят, вообще всех. Ням-ням. Дальше погнал я. Погнал я дальше. Кто где? В квесте у меня 4 зайца. Или это белки? Нет, зайцы. Или белки. Зайцы или белки? Зайцы. Белки, вот. И, значит, один скунс у меня остался. И 3 енота. Вот, белочка. Да, значит, у меня в квесте 4 зайца. Надо бы выполнить квестик мне побыстрее. Так, пойду искать зайцев сейчас. Или скунсов, или енотов. Кто вы? О, енотик. Енотик, иди сюда. О, да еще один бежит. Вот они, да, вечно тоже кучами. Но я думаю, я с ними справлюсь. С двумя-то уж точно справлюсь. Хотя вот энергия опять почти закончилась уже. Ну что ж такое? О, еще один прибежал, третий. Ну посмотрите, что же творится. Хотел только... Съесть того, третий прибежал. Ну надо же. Сейчас поем хоть. Поем. Все, скунсов я из квеста уже съел. Вот. Остались у меня... Остался один... Ой, этих енотов съел. Тьфу. Енотов съел. Остался один енот. А один скунс. Я не путаюсь все время. Один скунс и 4 зайца. Вот они, скунсы, 2. Ну, знаю я, они кучами тоже вечно нападают. Сейчас, наверное, еще прибегут. Ну, с этими уже, считай, они с 5 уровня. О, я могу уже, кстати, свою любовь. Сзади напал, вы видели, видели? Втроем за мной бегают, а? Какой кошмар! Какой кошмар, и 6 уровня есть. Ну надо же. А у меня просто заканчивается энергия, да уже и жизни заканчиваются. Скунс, как же мне с тобой быть? Все, я вообще еле ползу. Друзья, мне надо, наверное, валить домой, я не знаю, телепортироваться. Наверное, срочно, а то меня сейчас скунс замочит, вот будет. Позорище! На всю дикую степь! Вот. Видите, я еле-еле ползу, а он меня кусает. А мне почти все уже. Валить, валить. Телепорт, телепорт, быстрей. Фух, друзья, сбежал от скунсов страшных.
Но, кстати говоря, квест-то я все равно выполнил по скунсам. Так что это уже плюс. И теперь пойду я познакомлюсь со своей женой, наконец. Какая она? Какая она? Интересно мне, какая? О, какая! Красивая какая! Вы видели, друзья? Ой, какая красивая! Да, что я тормознул-то, кстати, что я не постоял дома? У меня же вон не полностью эти... жизни-то у меня... Жизненные силы-то у меня нету, сейчас еще не справлюсь с женой, вот это будут дела. Вот, теперь можно идти знакомиться. А то скажут, пришел какой-то дохленький крокодильчик. Генка. Вот. Пошел, теперь пошел. Посмотрите, какая она. Сейчас. Мы с ней немножко покусаемся. Связь прошла успешно. Ура! Назовем ее. Мария, назовем ее вот. Незамысловато так. Мария у нас будет вот такая. Что-нибудь одеть на нее? Да не надо, а скин. Вот такой мы сделаем ей скин. Мария теперь является членом вашей семьи. Тра-та-та, это мы все знаем. Все это хорошо. Сейчас мы чуть-чуть прокачаемся. Насколько это возможно. И Марию нашу тоже немножко качнем. Она же нам будет помогать. Она тоже должна быть сильная и быстрая. Пошел дождь, ну как всегда. Это как всегда, это я уже привык, в общем, под дождем лазить. И думаю, пойти я в зимний лес, друзья. И давайте на сегодня мы на этом закончим. Всем пока, всех люблю. Прямо скоро-скоро следующий летсплей будут дальше продолжать играть крокодайлом. Всем пока-пока!